7 утра, всем доброе утро. Сегодня у меня два кусочка хлеба, помидорчик и брынза. Обожаю это сочетание. И одно яйцо. Пол чашечки черно-зеленого чая. Вот такой вот очень вкусный и красивый завтрак. Немного украсил бурьеном, правда он немножко подвял, но ничего. Он съедобный. Приятного всем аппетита. Девять тридцать. Мой перекус. Мой любимый морковно-творожный пирог со сметаной. И чашечка черного кофе. Пол ложечки сахара. Сегодня я без молока. Нет, у меня молока что-то закончился в холодильнике, поэтому черненького выпью. Приятного всем аппетита. 14:00. Оставалось две сосиски. Забабахал на сковородке себе пиццу. Такая вот вкусная, с помидорами. Красивая. Сыр сулугуни сверху плавный. Рецепт есть на втором канале, как из лавашей делать. Это из лавашей я с тестом не возьмусь. Вот, видите, как корж получается. Это нарезается соломкой. Ну, рецепт есть, посмотрите, кому надо. Приятного всем аппетита. 18:00. Фаршированный перчик у меня. А нафаршировал я его бедро куриное, булгур, лук, морковка, сельдерей. Очень вкусный, ароматный такой, красивенький получился. Приятного всем аппетита. 21:00. У меня сегодня на вечерний перекус арбуз. Взвесил я его 400 грамм. По сути, калорийность у него небольшая, там 25 грамм на 100 грамм арбуза. Плюс тут корочка еще немножко есть. Но не забывайте, что арбуз, по сути, это сахар. И в этой порции белков практически нет. Там 3 на 400 грамм. Вот это вот большая вот скибочка, вот рука. Еще вот кусман сердцевины. На 400 грамм там 3 грамма белка, там 1 грамм жира. Остальное 20 с чем-то углеводов. Поэтому не забываем, не надо вот это, знаете, как одну скибочку съел, вторую, третью. Ну что там, арбуз, водичка, довольно-таки он не то что калорийный, а именно углеводный. А углеводы, вы сами знаете, очень быстро пойдут вам в жир, особенно вечером. Поэтому не более 400 грамм, ну это нормально, до 30 грамм углеводов на один прием пищи. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Ищите нас на YouTube под хэштегом «Жирукопец». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.